Стрельба на Люздорской дороге. Всего очевидцы насчитали около 5 выстрелов. Выяснилось, что в районе Таировского отделения полиции патрульные задерживали мужчину. Люди рассказывают, подозреваемый убегал от сотрудников, перебросил через забор стоянки непонятный пакет и сопротивлялся при задержании. Полиция, в свою очередь, применила спецсредства. Мужчина получил ранение в ногу. Увидел, что бегут три парня, ну этот, еще двое бежали, не знаю, то ли догоняли его, то ли. И тоже полиция приехала, ехала тоже в сторону города, развернулись перед кругом. Одна за кругом была, видно, сообщили. И тут на перерез, и я уже услышал, что были выстрелы. Что один куда-то что-то бросил, куда-то что-то убежал. Ну, вот сидит один пассажир. Этот предлагал деньги, но я слышал, что полиция сказали, мы деньги не берем. Все. Задержанного доставили в Таировское отделение полиции. Туда же вызвали скорую. Сейчас проводятся следственные действия.